Я сказала нет. Меня только на передовую. Весть о войне шестиклассницу Валю Горбачеву застала в одной из школ Челябинской области. А придя домой, на пороге она встретила отца, который уходил на фронт. В 42-м он погиб. Тогда, рассказывает Валентина Ивановна, она и решила свою судьбу. Закончив 9 классов и медицинские курсы, тут же направилась в военкомат. Отец, значит, обнял маму и сказал, как мне жаль, что у нас нет сына. Сын бы меня заменил и помог. А у меня, значит, вот моя, значит, ну я уже вам расскажу. Вот моя, значит, Валентинка. Я решила, что раз папа погиб, я должна именно быть там. Попасть на войну ей было непросто. 18-летнюю санитарку долго не хотели брать на фронт. Меня никто не берет. Маленькая, не берут и все. Я плакала. Сапоги-то мне нужно было 30.